так туда езжу. Ну, почти каждый год какие-то работы делаю. Ну, работа в смысле, ну, сами, просто заказы, да? Ну, да. То есть, что именно делать? На оформлении праздников. Детка за репку, а бабка за детку. То есть, ты Иру рисуешь, я вас обоих. Я Иру рисую. Зацикленные такие очень. Хождение это кружков, да, по городу, дало свои результаты, наконец. Да. Парад звезд. Слышь, Олеша, я слышу, точно, я их назову, потом парад мамоном. Ты мне что-то говоришь? Да, я тебе что-то говорю. Ты не увлекался ли ты, когда звуки му были такими модными? А, я знаю. Ну я что-то я вообще не знаю. Какая-то компания такая была безбашенная. Да, я помню. Вы такие там танцы устраивали. Они такие вот здесь. Я узнал тебя, клетчатый. Классно. Здорово. Здорово.
ты искала, я химики. Зеленый. Ты хочешь синий? Значит, надо красить синий. И не важно, как. Во всякий случай все таки переспросить у руководителя. Уточнить. У нас решил руководитель. Зеленый, то можно красить, да? Не, можно перезвонить или Наташе. Да точно. Лучше тогда уже звонок в Москву. Может, сразу Дине. Дина, какой лучший вариант будет? А Дина советуется с Самуилом, поэтому лучше Самуил сделать, да? Точно. Очень мы нашли его план. Вопрос. Да. Мы начинающие художники или профессионалы? Ой, нет, я нашла, меня не разочаровывают, потому что я тут, кстати, большой путь. Ну, продолжающий. Продолжающий. На кубический квадратик. Ну, вот, наверное, да. Вот, берем, еще не нашел. Не очень понял на ваш ответ. Он их перебирает. А кто ты таким ужас? Нет, я не сижу. Ты просто в музей принеси ее, там надо. У меня еще куча ситуации. Нет, просто мне понятно, как ты это домой тащишь, сырой, да, вот так что. А почему сырой? Сказали, что он остается здесь сохнуть, а потом его привезут. О, привет. О, я хотел вот такую картину. Я хотел такую. Если моя компания покупать ваша картина, а другое. Я вообще сел вот прямо.